Сегодня мы приготовим нежную курочку в соусе терияки. Для этого нам понадобится 600 грамм куриного филе, 100 миллилитров соевого соуса, 4 столовые ложки яблочного уксуса, 2 столовые ложки крахмала, 1 чайная ложка молотого имбиря, черный молотый перец по вкусу, 4 зубчика чеснока, 80 миллилитров меда, пучок зеленого лука и кунжут. Приступим к приготовлению соуса. Для этого смешиваем соевый соус, яблочный уксус, крахмал, молотый имбирь, измельченный чеснок, и мед. Хорошо перемешиваем до однородного состояния. Переходим к куриному филе. Его нужно помыть, немного обсушить и нарезать кубиками среднего размера. Можно нарезать филе полосками, по вашему желанию. Обжариваем куриное филе на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета. Далее вливаем соус и жарим еще пару минут, непрерывно помешивая. До того момента, пока кусочки курицы не покроются соусом со всех сторон. Зеленый лук мелко нарезаем. Подаем курицу с рисом и овощами, посыпав зеленым луком и кунжутом. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на канал.